Сегодня 7 апреля 2019 года, православный праздник Благовещения. Я Романов Филипп Дмитриевич, основной любитель, первооткрыватель 55 переменных звезд и 10 кандидатов планетарной туманности, автор собственной научной статьи об открытии и исследовании мной одной из переменных звезд. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Я нахожусь здесь, потому что я вынужден скитаться уже более 2 лет и 2 месяцев из-за невозможности беспрепятственного и безопасного проживания в своем единственном жилье, в комнате номер 2, в коммунальной квартире номер 210 в городе Москве по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1. И из-за невозможности беспрепятственной продажи моего данного единственного жилья. Я прошу помощи у неравнодушных людей в продаже моей комнаты, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, безопасное для проживания, для занятий наукой астрономии и для подготовки к поступлению на обучение на астронома в университет. Все мои личные вещи и все мои телескопы остались в моей комнате, и я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией.